началом мобилизации женщины решили, что нужно брать все в свои руки, потому что очень много было вопросов, а ответов не было. И мы начали активно действовать. Сейчас уже активные женщины у нас есть во всех городах. Это не свойственно. У нас обычно мужчины воюют, а женщины – это миротворцы. И мы хотели бы, чтобы вот этот конфликт прекратился, потому что Украина и Россия, ну, мы считаем в России, что это все равно братские народы. И в конечном счете добиться их целей. А мы, как вы правильно сказали, как здесь все... В Совете, потому что я не могу равнодушно смотреть на то, что происходит у нас сейчас. Очень много вопиющих фактов. И самое главное, меня поражает равнодушие. И женщины, в принципе, всего народа, равнодушие к тому, что происходит. Постоянно. Именно. О том, что... И, конечно, будем делать все для того, чтобы не чувствовали себя... Рядом с ними стоят. Не знаю, какой это труд тяжелый. Показывают на экранах телевизора, либо даже в интернете. Там вообще ничему нельзя доверять.